Все более-менее достаточно спокойно. Участников где-то человек, наверное, 100-150. Они окружены большим количеством полиции, ОМОНом и огромным количеством провокаторов. Уже задержаны два участника. Участники, которые стояли с плакатами. Бежали Яна и бежали Степаныча. Видите, норы подходят. Так, это не обычно.
Это где она будет? Ульяна театр на 7 часов. А, все, нет, я договаривался. Приходите. Хорошо, повторяю. Если ты притом застанешь. Да, да, да. Во-первых, особо нечего показывать. Во-вторых, смотрите. У вас второе число. А ведь оживилось. Команда. Ура, денег по инвалидам вернули? А то говорят, золото вернули, а денег нет. Полиция напряглась, это понятно, что. А что здесь изображено? Я вижу нецензурное слово. Какое? Разве это нецензурное слово? Такое слово разве есть вообще в русском языке? А вы идем плохо образованы. Пойдем. У нас теперь словари, а ну... Вы даже не представили. Может, вы не будете его, вы его задерживаете? Хорошо, скажите, пожалуйста, а если было бы написано, что это неправда? Конечно. Вы избирательно считаете? Вы избирательно считаете? Я понял вас. Спасибо, спасибо. Кабинет, блин. А какой ему флаг? Полиции понравилась футболка, себе хотят. А, они хотят себе эту футболку. Чем вы уже, занимается произвольным жильцом. Для того, чтобы понять, правильно или неправильно поступает полиция, она должна объяснить свои действия. Дело в том, что я задал вопрос сотруднику полиции, был ли задержан бы данный гражданин, если бы у него было написано «Путин светоч разума», на что мне... Как вас зовут? Представьте, пожалуйста. Владимир. Владимир? А фамилию? А фамилия? Фамилию скажите, как пожалуйста. А фамилия как? Как? Слепит. Слепит. Скажите, фамилия. А что это за тайны такие? Как сказал фамилию, да? Нет. На самом деле, вот сейчас очень интересно, что люди абсолютно разных политических взглядов были отправлены в одной и той же машине. Динар не сказал он фамилию, нет? Владимир его зовут. Что-то такое. Да.
А почему говорят, что нравится политические взгляды? Ну, потому что полиция вместе. Да, вместе. Вместе. Дружно. Все позиции. В одну машину. И в одно место поехали. Да, вот так задержали за футболку. И написано «Путинскую ловер», я понял. Мемори, знаешь, такой владыки? Да, понял. Почему? Потому что вот здесь вся эта площадь была полна народа. Люди пришли защищать свою власть. Когда такое было? Все это начиналось, несмотря на то, что здесь, мы знали, откуда новые гражданки. Здесь, значит, Гарбонская дивизия, тысячи человек запустила Академию Труда Транспорта. Здесь вот было другое подразделение. Да, другое подразделение. Так вот, самое интересное, я услышал буквально вчера, а такое право оказывается, у нас этого права не было. Вот мы вот сюда приперли, да, для того, чтобы Путинцов, что арестовали? На футбол? Ну, а позже, почему? Потому что мощные демократические силы так и не создали. Вот тот народ, который везде нас поддерживает. К сожалению, мы, вот, я как депутат считаю, не собрали любимую мощную партию. Если бы это случилось, тогда была бы все власть в другой стране. К сожалению, да, это было сегодня. А тогда было сколько дел? Нам специальные комнаты устраивали. Оказывается, были забиты Сушана с вагонами. Вся станция. Пришел Сахар с Украины осенью 90-го года. А как было в городе? В чем дело? И вот тогда военный Евгений Савьев организовала как комиссия по продовольствию всех депутатов по всем этим точкам. Соединили, где идет Сахар. И выяснилось, на станции Сушана разгрузочных мест было в два раза меньше, чем обычно. Вот первое, так сказать, сделали городские пути. Потом транспортные они значительно уменьшили количество того транспорта, который развозил по городу этот сахар. И мало того, развозил его не туда, куда требовалось в первую очередь, не в магазин, а куда-то опять на склады. Когда все это мы выяснили, вот депутаты ставят на все эти места, я все прекратил. Вообще дело для прокуратуры, но прокуратура, к сожалению, в то время чем-то непонятно занималась. Понимаете, это все депутаты. Надо бы вынуждены были и бензином заниматься, и табаком, и классно. И жилищными проблемами. И, как, конечно, приятно, но нормативно классно, законно. А еще вот, вот такой у нас бизнесмен. Да, вот Сергей Собчак, да. Что получилось в конце концов? Когда он стал мэром, ушел в значительной мере из-под нашего контроля. И начал собственную субмонастую технику. Раздавать кому угодно и продавать там известные какие-то. 17 декабря 1993 года господин Собчак передал компанию 20-й крест деньги на строительство башни Петра Великого в 100 там с чем-то этажей. Бюджет единый. Так вот, где башня? Вот башня, да. Володя, и слава богу, что башня нет. Ее хотели построить ему в доме, между прочим, прямо. И что башня, да. И где-то, где-то.
ребята, вот когда они хотели устроить автоцентр, я им честно говорю, слушайте, вы хотите пойти украсть деньги. Возьмите деньги, украдите, только не стройте ничего. Добрый день. В разные моменты истории на улице выходят разные люди. И вот пока вот показали, что причем кто-то пришел понимать там строить баррикады, а кто-то принес пирожки, принес кофе, термос. Да, вот я как раз отвечал тогда за пресс-центр, и так как газеты тогда не выходили, то вот нам принесли просто ксероксы люди. Принесли, поставили, и мы печатали, раздавали информацию, вот, которая приходила, которую получили по разным каналам. Художники приносили свои работы, я помню, Анатолий Гетман всегда принес замечательные карикатуры, надо будет процент их вывесить в интернете, потому что вот они отражали дух того времени. И замечательные лица людей, которые пришли сюда. Проблема в том, что вот Валерий Скотер сказал замечательные слова. Демократия много может дать, но она не может дать одного ума. Понимаете, опыта нет. Мы тогда сделали много ошибок, не потому что мы поняли, что это, потому что мы... У нас в целом не было страны в целом. И многое повернуло, если 5, много вернулось. И очень похожая ситуация в каком плане. Люди, которые не приходят голосовать, они еще не уехали, не уехали. Но они уже эмигранты. Это уже не их страна. Они занимаются своими мелкими делами. Сейчас грабят и будут еще больше. Вот проголосовав в прошлый раз, мы дали им право ввести дополнительный платеж за капремонт, не индексировать пенсию работающим пенсионерам и многие другие вещи. Сейчас многие проголосуют, вот те, кто так голосует за всех, кто попало, проголосуют за повышение пенсионного возраста, за дополнительные налоги и прочее. Потому что кроме как у нас проценты не учатся. И это следующая проблема, которая нам еще, я думаю, что через какое-то время следующее поколение, осознав все это, выйдет снова. И так шаг за шагом мы будем продвигаться в нормальной стране. Я верю, что Россия будет свободной и богатой. Сильная страна – это сильная экономика и богатые люди. А вовсе не сильная полиция, сильная армия и бедные люди. Новости провокации.